Вторая голосовая. Маму мы награждаем Лену Максимову. Шоу «Голос». А вот интересно, как вы решились, Леночка, вот это мама, у вас же голос, ведь наверняка же голос расходится с материнской, будем говорить, судьбой. Ну что вы знаете, мне так приятно сегодня быть здесь, и моя первая номинация, первая премия, которую я получаю, это именно премия «Быть мамой». И это очень-очень просто великолепно и волнительно для меня. Я когда сказала об этом своей дочке, я сказала, мы с тобой номинированы. И, конечно, эту номинацию я хотела бы посвятить еще своей маме, которая помогала мне все это время воспитывать мою дочку, которой уже 14 лет. Мы с ней носим одни и те же джинсы на двоих. Это так и есть, это прекрасно. И всем мамочкам здоровья. И не бойтесь рожать в любом возрасте. И, конечно же, здоровья всем вашим детям. Я стою одна, здесь полно людей. Не могу понять, как жить, некого жалеть, некому бежать. И осенний дождь сквозь пронзил Париж. Может, это сон, но ведь я не сплю, не могу дышать. Люблю, кто бы этот день просто прекратил. Еще тот голос, как назло звучит, чувствует. Это так смешно, здесь среди людей оставаться мне твоей. Это глупо так, но Париж ослеп, он не видит слез, он пьян и снова прав. Я стою одна в шумной пустоте, а вокруг скупой. Где? И опять тот голос, будто для меня одной. Шусник малада, комплетно малада, живешь я носом дандука, и шусник малада. Этот голос, что как на виду звучит, не надо. Come on, let's open the door.
Спасибо, спасибо огромное еще раз. Спасибо всем.